Это там электричество, доча. Давайте будет самая большая. Вот какая Саша большая. Ну. О, какие большие. Одна мама тут маленькая. О, какая я маленькая. Теперь большая, 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 большая. Смотрите, без телефона пусто. Скелет! Это ты! Ой, ужас! Эй! Давай, давай, еще разочек. Это ты! Нет, это ты! Нет! Это Поля приручит сюда! Это ты! Мам, давай я посмотрю на тебя! Сейчас Алина на сердце будет, Алине на сердце стучит. У Тома, наверное, быстрее всех. Где Тома? Привидения летают. Да, да, даже не страшно. Дверь когда страшно. Пойдемте за твой. Жень, ты нарочно. Подождите, смотрите. Ой, мама, здесь реально. Ой, ой, падаем, падаем. Ой, мы вверх тормашками. Смотрите, шкаф, да, можно полы помыть. Угу, ой. Руки убирайте. Круто. Все тут вверх тормашками. Надо же, как интересно. Ой! Не может. Вы не можете? А почему так? Почему дети падают? Мам, тут прямо все прилезло. Да? Ой, Тома падает совсем. Смотрите, тут полочка. Садитесь там, ложитесь. Мама, там где-то дверь.
Иллюзия, мама. Папа, ты мешаешь. Тома, отойди. Папа ходит, папа там по стенам. Тома, ляжь тоже, как дети. Вот, теперь вы сидите, все правильно. Ага. Вот. Вот так вот оно выглядит. И вот так вот дети на самом деле. Вот пойдемте дети. Дальше. Наверное, нельзя, не знаю. Не знаю, что это за комнатка такая зеркальная. Мам, руки впереди сюда, а чем отсюда? Ого, себе! Так, подождите, все за руку возьмите. Да. Тут заблудиться можно. Почему? Папа, иди прямо это. Друг друга из виду не теряйте. Я подумала, это хочу. Как мы выход найдем? Не знаю. Не знаю. Уже 5 минут. Давай вперед. А вы там она. Да, я здесь. Тёма, не отцепляйся. Она... Где Тома? Тома, где Питер? Прямо сюда, мама. Вот он, выход. Не так больно. Дети, не торопитесь, а дочь, держите друг за друга. Мама, мы не будем. Папа, как на это прибавлять? Я вот прибавлять не умею. Нет, это не то. Короче, представляете, не знаю, как даже прибавить. Девчонки пошли мороженое заказать. Набрали дети мороженого, кто что захотел, да? Здесь розовое. Вы не захотели вафельницу? А у меня? Зачем вафельницу? Так лучше, удобнее. У меня шоколад и арбуз. Вкусно. У меня шоколад. А Сашенька два шоколадных взяла, да? А Лиза два шоколада. Папа, фотоаппарат. Ну, кушай, моя девочка, кушай. Ой, ну все, дети идут друг с другом делятся, что им больше всего понравилось. В зеркальном лабиринте реально страшно. Да. Мы заблудились там, но вы там увидите. Похоже, та, кто выводила, тоже заблудилась. Мы ходили. Один мужчина там говорит, все, я уже не могу. Осталось здесь. Ага, ну в итоге вышли, конечно. Все, мы сейчас в магазин зайдем и домой. Пятерочку. Да. Тома. Девчонки сразу свои карманные деньги. Нам только яйца купим, масло растительное.
Завтра еще один день, и послезавтра уже домой. Яйца вот. Смотрите, Кто что? Кто соба, кто-то лошадку. Господи, боже. Мы еще взяли вкусненького хлеба. Вот сколько мы взяли себе. Это маму в долг, который мы потом ей отдадим. No. Вот такие мы чипсы взяли. Чонки. Хорошо. А пришли за яйцами и за маслом. Я помню, мы с мамой поехали. Ой, как я рада за моих детей, что могут купить, ну, по крайней мере, не все, что, конечно, хотят, но могут себе что-то купить, да, доченьки? Поэтому все родители хотят, чтобы их дети жили лучше, чем они сами. Все, пойдемте? Да. Пойдемте. Почему я раньше думала, что воздух – это питьевая вода? Когда мы в Крыму были. Это водка. Когда мы на заправке были, я думала, блин, а что попросить у родителей купить воздух? Думаю, это какая-нибудь вода интересненькая. Время полседьмого. Если мы успеем, значит, мы побежим. Не успеем, значит, даже не побежим. Хотелось бы, конечно, нам успеть с Алиной. Ну, тут так долго все это длится. В магазин зашли, блин, целых полчаса были. Вы знаете, у меня скидочки нету. Я ходила там по магазину. У вас есть скидочной карты? Нет скидочной карты? Люди такие жадные. Потом мужчина такой высокий, такой симпатичный, дал мне свой телефон. И мы почти 450 рублей скидка, представляете? Мы набрали на 3000, 2,5 заплатили. Все, поедем. Может быть, успеем. Мы тогда домой даже заходить не будем, прям побежим сразу, да, Алиш? Потому что время закончилось у всех. Потому что все уходим. Вот посмотрите. Церковь, наверное, старинная еще. И рядышком современное здание, прям из стекла. Мы сегодня тут были уже, как раз ходили. Тут в театр мы бегали пешком туда-сюда. Потому что я помню, вот это вот шашлыков было написано. Не знаю, успеем, не успеем. Уже без 15 минут. Мы в центре Новосибирска. Ну, обычно, знаете, один Ленин стоит, тут не один. Еще. А вот еще, смотрите. Вообще, конечно, в города лучше приезжать в мае, по сентябрь, наверное. Ну, я имею в виду вот такие сибирские города. Потом уже слякотно, холодно, ветер. Такие здания прям красивые вообще. Столько проезжая мимо дома, блин, не сняла. Очень много красивых зданий, прям реально красивые. Знаете, некоторые люди почему-то стесняются сниматься, даже пишут иногда в комментариях, какое право вы имеете снимать там людей. А помните, у нас видео выходило, где мы, ребятишки еще маленькие, Насте, наверное, лет 6 было, там Алине года 3, может быть, даже 2, где-то так. И кто-то в комментариях, мне помню, писал, мы по Челябинску гуляли, по аллее там, который этот Челябинский Арбат. И кто-то там писал, может быть, я там где-нибудь гуляю тоже. А мы еще идем, снимаем, парень какой-то, меня снимите, а мне так и даже не сняла. Может быть, он потом бы себя увидел. Мне кажется, это так хорошо, когда есть видео, когда ты молодой, здоровый, да любое видео. Я не знаю, почему люди там начинают, зачем вы снимаете. Вот у нас видео, которое я на день рождения вставляла, где мы с Васей совсем-совсем молодые, это снимал наш друг.
У него много всяких видео, где мы совсем, а где они совсем-совсем молодые. Поверните направо. И вот я думаю, что мне кажется, не надо стесняться. Наоборот, надо чаще попадать в видео, чтобы потом, когда-нибудь со временем, ты мог на себя посмотреть. Мы добежали. За 3 минуты. Опять это кошмар какой-то. У меня сейчас сердце выскочит прям из груди. Где будешь стоять, что-нибудь покушать? Взяла я бинокль, сидим далеко, я ничего не вижу. Ну, знаете, я когда смотрю спектакль и представляю, что там Ирина Алферова поет и Александр Абдулов. Я сейчас, не знаю, взяла бинокль. Боюсь разочароваться. Ну, классный, да? Вон там артисты выставлены. Да? Вот сейчас я бинокль взяла, я посмотрю, кто из них, кто что поет. Красивые какие все. Ну, внутри снимать, конечно, нельзя, мы телефон нельзя открывать, ничего. Пойдем в очередь, встанем, бутербродики возьмем. Как это нельзя, то пришли в театр и не взять, не стоять в буфете, так нельзя. Ну, давай быстрее, в очереди простояли. Смотрите, какой они носок взяла себе. Снимать, как тут выглядит. Смотрите, как красиво. Мы без Алёки. Очень красиво. Так назывался спектакль. Одиссея капитана Блада, да? Да. Очень нам понравилось. Все, пошли. А то папа там уже переживает. Ох, соседи внизу. Ну что, как вы тут? Алиша, зачем ты в джинсах завалилась? Переодевайся сразу. Покрывала. Ну что, что покрывала? Опять мать ворчит. Так, доченьки, отдайте говорить всем пока. Ну расскажите, как вы тут без Алины и мамы? Хорошо себя вели? Да. Молодцы, переоделись уже все, мы да? Только ты шортики неправильно одела, попочка впереди у тебя маленечко. Что, помыли яблоки? Да. Папка растопырку не делал, на распаковку. Ну ладно, не делал, не делал. Да. Ну, давайте говорить всем до свидания. Всем пока-пока. Да, всем до завтра. Мы все устали, будем ложиться спать. Я не знаю, я буду делать... Вы не устали? А я не знаю, буду, не буду делать видео. Ложитесь тоже спать. Правда, что? Ложитесь тоже спать. Всем пока. С нами. Всем пока. Пока-пока. Что мы делаем? Вы тоже делаете, что мы.